На очереди криминальная хроника. В областном центре по горячим следам задержали мужчину, который обокрал 83-летнего пенсионера. Под угрозой физической расправы мошенник выманил у пожилого пензенца 219 тысяч рублей. После этого злоумышленник поспешил скрыться. Полицейские опросили потерпевшего, а также возможных свидетелей случившегося. Кинолог со служебной собакой обследовал дворовую территорию. По следам злоумышленника собака довела до остановки общественного транспорта. Сотрудники уголовного розыска МВД России по городу Пензе совместно с сотрудниками управления уголовного розыска МВД России по Пензенской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался 32-летний житель Пензенского района, ранее уже нарушавший закон. Похищенные деньги он потратил на личные нужды. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику может грозить до 7 лет лишения свободы.